Всем привет, вы на канале про заработок в интернете. В этом видео я хочу вам показать топ-7 приложений для заработка на своем телефоне или планшете, вам чтобы на андроиде был. Принцип заработка на всех приложениях практически один и тот же. Просто устанавливайте к себе на телефон приложение, заходите в него, переходите в раздел задания. Чаще всего это установка приложения или оставить отзыв о приложении. Платит за такую работу в среднем 3-5 рублей за одно задание. Также можно дополнительно зарабатывать на реферальной программе. Итак, 7 приложений для заработка. На первом месте приложение под названием AppCent. Ссылка на него и другие все приложения будут в описании под этим видео. Также вы там сможете найти бонусные промокоды. Их вас попросят ввести во время первой авторизации в приложениях. Копируйте их и вводите. И вам сразу будет пополнен счет на небольшую сумму, 5 или там 10 рублей. Итак, приложение AppCent. Скачивайте это приложение через Google Play, устанавливайте его. В разделе задания скачивайте приложение рекламодателей и получаете за это бонусы. Бонусы — это внутренняя валюта в AppCent. Их можно будет обменять на реальные деньги. Вывод доступен на счет телефона, также на все популярные электронные кошельки: WebMoney, Kiwi, Яндекс.Деньги. Даже в игры вот здесь можно вывести. Минималка на вывод всего 25 рублей. Приложение действительно работает, много положительных отзывов. Так что устанавливайте и зарабатывайте. Второе приложение для заработка — AppBonus. Зарабатывайте, устанавливая приложение. Минималки здесь нет, любую сумму со счета можно вывести на баланс телефона или Kiwi кошелек. В среднем активный пользователь AppBonus, устанавливая приложение игры, зарабатывает от 350 рублей в месяц. Это приложение уже выплатило более 20 миллионов рублей. Следующее приложение — Pay for Install. Здесь вы также сможете зарабатывать со своего смартфона. Устанавливайте это приложение и получаете бонусы. Из преимуществ — новые задания каждый день, много денежных призов, мгновенный вывод, вознаграждение за приведенных друзей, вывод средств через надежные сервисы, минималка на вывод 15 рублей всего. В общем, отличное приложение, устанавливайте его и зарабатывайте. Следующее приложение — это Edward App. Проект, который позволит вам зарабатывать деньги, используя свой смартфон, Android или iPhone. Загружайте себе это приложение, выполняйте задания, зарабатывайте деньги. Вывод денег доступен на WebMoney и на телефон и другие популярные кошельки. Ограничений по выводу денег здесь нет. Расширенная реферальная программа. Следующее приложение под названием NavApp. Мобильный заработок. Много заданий, соответственно, больше заработок. Вывод денег за 5 минут. Приглашайте друзей, получайте 10% от их дохода. Чтобы заработать, загрузите NavApp к себе на смартфон или планшет. Выполняйте задания по скачиванию и установке приложения. Вывод доступен на Kiwi, Яндекс.Деньги, WebMoney и на телефон. Без минималки. Ежедневно новые задания. Стоимость одного задания до 30 рублей. Следующее приложение — TapMoney. Скачай приложение и заставь свой смартфон зарабатывать. В двух словах о приложении. Платит за установку мобильных приложений. Можно заработать до 20 рублей за одну установку. Заработанные деньги можно перевести на баланс телефона, на кошельки WebMoney, Kiwi, Яндекс.Деньги. С TapMoney заработает уже 400 тысяч человек. Заработано ими 3 миллиона 600 тысяч. Загружайте себе приложение, выполняйте задания, зарабатывайте деньги. И последнее, седьмое приложение — это MoneyMaker. Зарабатывать здесь можно на установке приложения, играя в игры, на прохождение опросов. Устанавливайте это приложение, выполняйте задания, получайте ежедневные бонусы. Заработанные деньги можно будет вывести к себе на телефон, на кошельки Kiwi, WebMoney, PayPal. Ну, на этом все. Все ссылки на приложение будут в описании под этим видео. Также не забывайте вводить бонусные промокоды.
Они тоже будут в описании. Не забывайте подписываться на канал, задавать свои вопросы в комментариях. И ставьте лайк, если бы вам было полезно это видео. Всем пока!